Сейчас мы будем распаковывать вот эту большую коробку. А что в ней? Сейчас увидите. Итак, мы открываем эту большую, огромную коробку. Так, вот что в ней. Пока не видно, что в ней. Смотрим. А в ней вот такая красота. Вот это. Такое что-то блестящее, красивое. Кто догадался, что это такое? Тут целый агрегат такой огромный. Не надо пока. Так, по-русски ничего не написано. Но это электросушилка. Такая крутая. Все тщательно упаковали. Все открываем. Так, та-да-дам. Открываем. О, какая красота. 10 секций, да? 10 секций. Как много всего можно насушить. Сейчас будем ходить в лес за грибами, ягодами. И будет нам счастье. Вот такая красота. Такая красота. Довольно как слон. Вот так вот. Ну, все, что будем сушить, будем показывать. А еще в комплекте к этой сушилке. Так, положили вот такой подносик симпатичный. Вот такая вот штучка. Щипцы. Ручка запасная с шурупчиками. Книжечка с рецептами. И инструкция, как пользоваться. Вот теперь я вам все показала. Всего вам самого доброго. Спасибо, что посмотрели.